Старобелорусская кухня в лучших традициях, комфортный отдых, торжества, свадьбы и банкеты в особой атмосфере белорусского народного быта в ресторане-пивоварне «Лямус». Ждем вас по адресу: город Витебск, проспект Победы, 1. А девчина жита жала, девчина жита жала, а девчина жита жала, ды на яся поглядала. Ти ты ясь, ти ты не, сподобался ты мне. Ти ты ясь, ти ты не, сподобался ты мне. Колос наливается, желтеет, тяжелее. Птицы умолкают, лето на убыль идет. Наступает пора жатвы. Зажинки удивительной целебной силой обладал первый сноп нового урожая. Но не зря же его красивыми цветами да лентами обвязывали и тесно-тесно связывали тканым поясом или рушником. Не зря же этот сноп окропляли святой водицей и ставили в красный угол под образами до следующего урожая. И, конечно же, к этому празднику, как всегда, готовили новое какое-нибудь вкусное блюдо. Я рада приветствовать всех вас в ресторане-пивоварне «Лямус». Сегодня у нас в гостях в ресторане прекрасная Елена. Встречаем. Здравствуйте, Леночка, я рада вас видеть. Здравствуйте, я тоже очень рада. Я думаю, что наши телезрители с огромным нетерпением ждут, какой такой интересный стародавний рецепт вы нам приготовили. А сегодня мы будем готовить цибрики. Цибрики. Какое любопытное название, оригинальное. Я впервые о таком слышу. Я думаю, что нам сейчас понадобится повар ресторана-пивоварни «Лямус» Евгений. Евгений, мы ждем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Евгений, ну вы уже знакомы с нашей прекрасной Еленой, да, мы трудились здесь уже на этой кухне. И как вы думаете, какое любопытное блюдо сегодня вам придется приготовить вместе с нами и с телезрителями? Не знаю. Так вот, оно называется «Цибрики». Вы слышали о таком? Еще нет. Ну вот. Елена, расскажите, какие продукты понадобятся нам для этого магического, я думаю, блюда? Для этого блюда нам понадобятся простые продукты, которые есть в запасе у каждой хозяйки. Это несколько картофелин средней величины, одна луковица, ну в нашем случае две, поскольку они небольшие, 4 яйца, зеленушка, укроп или петрушка, можно и то, и другое. Замечательно. 5 ложечек манки, грибы, 100 грамм твердого сыра и, конечно же, нужно растительное масло, потому что цибрики мы будем обжаривать во фритюре. Вот как интересно. Евгений, ну у вас, как всегда, вот набор этих продуктов вот здесь представлен. Но поскольку, Елена, вы владеете секретом этого блюда, вам и карты в руки. Руководите процессом. Хорошо, с удовольствием. Для начала нужно отварить картошку. Женя, это мы вам поручим. Так. Варить картошку, грибы и 2 яйца. И 2 яйца нам понадобятся сырыми. 2 вареных и 2 сырых, я правильно поняла? Да. Вот, как это интересно. Отвариваем. Да, отправляем Женю отваривать. А мы с вами, Степановна, тоже не останемся без работы. Вы натираете на терке сыр, а я буду нарезать лук. Замечательно. Знакомство человечества с таким продуктом, как сыр, произошло многие тысячелетия тому назад. Где именно был приготовлен первый твердый сыр, до сих пор неизвестно. То ли в Средней Азии, то ли в Средиземноморье. Кстати, популярное утверждение о том, что мыши любят сыр, является неправдой. На самом деле, больше всего грызуны предпочитают продукты бессильного запаха. Сыр к ним точно не относится.
Особенно его твердые сорта, каждый из которых знаменит своим уникальным ароматом. Питательные вещества, содержащиеся в сыре, усваиваются организмом почти полностью. А это белки, молочный жир, минеральные вещества, например, кальций и целая группа витаминов. Елена, а скажите мне, пожалуйста, какие обрядовые песни вы поете, когда идете на зажинки? «Як пойду я каля лесу близко», «Говорила ядраное жито». Конечно же, песни были о тяжелом труде женском. Так. Ну, может быть, хоть какую-нибудь песенку, но немножечко. Давайте мне и телезрителям в подарок. Конечно, с удовольствием. Я думаю, что вы мне поможете. Попробую. «Говорила ядраное жито». Начинались зажинки торжественно, рано-рано, на утренней заре. С полем обязательно следовало уважительно поздороваться. «Добрый день, Нилка, ядраное зерне». Первые колосья доверяли срезать самой мудрой и уважаемой женщине. Их клали возле принесенной в поле еды, простой и непритязательной – яйца, сыр, молоко. Ведь, как придут зажинки, нет и хлеба осминки. Каравай, испеченный из муки прошлогоднего урожая, на вышитом рушнике клали на новую ниву, покрывали поле. Его миссия была чрезвычайно важна. Он должен был умилостивить силы природы, чтоб погода стояла ясная, чтоб урожай обильный не пропал. В период жатвы соблюдались особые правила поведения и запреты. Выходить на поле следовало каждый день чисто вымытым и в белой одежде. Запрещалось увязывать в сноп колосья, сжатые другой жницей, чтобы не завязать у нее будущих детей. При уходе с недожатого участка оставляли с края две горсти колосьев, положенных крест-накрест. Такие песни мелодичные, очень красивые пели. Да. И в стародавние времена женщины, жнеи выходили на поле. Для них это был действительно праздник. Они одевались во все белое, светлое, нарядное и начинали жать. И у нас на Полочине есть замечательный коллектив, народный фольклорный коллектив «Волос Спадщины», который продолжает все эти традиции. И мы всегда в июле выходим в поле и начинаем зажинки по стародавним традициям. Ой, какие молодцы! Это здорово, потому что зажинки и все, что связано с житом, с хлебом, зерном, все имеет особый магический смысл, потому что ведь, собственно, хлеб всему голова. Елена, песня замечательная, и я знаю, что в вашем репертуаре очень много вот таких белорусских народных песен. А когда пелась именно эта песня? Во время зажинок или когда шли в поле? Эта песня пелась именно тогда, когда жнеи шли в поле перед началом процесса зажинок. И наш коллектив «Голос Спадщины», который у нас в деревне Богатырская в Полоцком районе, приглашается каждый год на такие мероприятия зажинки, и мы занимаемся возрождением белорусской национальной культуры. Это очень здорово, потому что, конечно же, от прадедов спокон веков нам досталась спадщина. А вот тем временем уже, я так понимаю, и картошка, и все остальные ингредиенты готовы. Так, Елена, не терпится понять, как же готовятся эти цибрики. Так, ну для начала, Женечка, я попрошу вас лучок сложить в тарелку. Так, сейчас осмотримся. А мы, Степановна, с вами займемся дальнейшим процессом. Я вас попрошу порезать яйца. О, попробую. Я буду толочь картошку. А Женю мы попросим порезать грибочки. Есть ли разница между белыми и коричневыми яйцами? Этот вопрос интересует многих хозяек. На самом деле никакой разницы нет. Цвет скорлупы куриных яиц не влияет ни на питательную ценность, ни на вкус, ни на качество. Он также не имеет никакого отношения к свежести яиц. Просто у коричневых яиц скорлупа более толще, а цвет ее зависит от природы несушки. Куры с белыми ушными мочками несут белые яйца, а куры с красными ушами – коричневые. Яйца – это единственный продукт, который усваивается на 97-98%. По питательной ценности одно куриное яйцо эквивалентно 200 мл молока или 50 граммам мяса. Для маленьких детей это второй по значимости продукт после грудного молока. И вот так хочется, чтобы еще хоть немножечко прозвучала какая-нибудь хорошая песня. Як пойду я каля лесу близко, як пойду я...
нет однозначных данных, рассказывающих об истоках праздника. Согласно одной версии, зажинки праздновались в день Прокопия Жатвенника, 21 июля, и были непосредственной предтечей жатвы. По иной версии, праздник проводился, чтобы почтить память священномученика Афиногена, 29 июля. Точной даты праздника на сегодняшний день не существует. Он приурочен к началу уборочной кампании и фактически поэтому причисляется к государственным праздникам. Созову я всю родину гости, созову я. Ну вот, картошка моя готова. И мы сюда вбиваем два яйца. Для того, чтобы они не сварились в горячей картошке, она должна немножечко быть... Уже прохладной, да? Прохладной, да. Вот видите, какой тонкий нюанс? Родиной дикого картофеля является Южная Америка. Там его и начали культивировать с незапамятных времен индейцы. Именно оттуда картофель и начал свое путешествие по миру. Вот только в Европу привез картошку не Колумб, как мы привыкли думать, а монах Нероним Кардан в 1580 году. Так уж получилось, что европейскими лидерами по поеданию картошки стали именно белорусы. Картофель дешево и легко выращивать, обходясь при этом без огромного количества удобрений и химикатов. Помимо высокого содержания витамина С, а это 45% от дневной нормы в одном среднем клубне, картофель также весьма богат калием и клетчаткой. А ирландцы, кстати, также большие любители картофеля, утверждают, что этот корнеплод – отличный афродизиак. В какой последовательности мы вот эти продукты отправляем в нашу кастрюльку? Или это отдельно будет происходить? Я думаю, что я снова попрошу Женю помочь перемешать вот это вот тесто. Посолим по вкусу. Елена, говорите, а сыр когда же добавлять? Яйца вот порублены. Сейчас мы немножечко посолим и добавим туда сыр. Послушайте, а вот я слышала, что если кому-то приснились... зажинки, то жди беды. То есть обязательно надо вооружиться терпением, хорошим настроением и, в общем, не обращать внимания ни на какие сны, а просто зарядиться позитивом. Я думаю, что зарядиться позитивом нам как раз и помогает вот это вот замечательное блюдо. Я права или нет? Да, вы правы. Это действительно блюдо, которое придает очень много энергии. Его не зря готовили именно во время зажинок, потому что тем, кто работает в поле, нужно очень много энергии, сил и терпения. Ага. А вот Евгений ни на что не обращает внимания, знает себе, все работает. Работает. Евгений, а вам снился сегодня какой-нибудь сон? Ну, конечно, снился. Интересно, какой? А вот этого я вам не скажу. Ух, какой вы у нас загадочный. Я думаю, самое время вам отправляться на кухню. Давайте. Много поверий связано с зажинками. В народе говорили, если этот день с теплом да со светом, уберешься загодя со жнитвом. А коли будет дождливым, хлеб в снопе прорастет. Даже походка жнеи имела значение. Чем легче и быстрее будет ее шаг, тем скорее завершится работа. Солому отдавали животным, чтобы не болели и приносили богатый приплод. Нелегкий и многодневный труд предстоял жнеям. Пока погода стоит хорошая, нужно торопиться, невзирая на усталость. Если жменю сжатых колосков заткнуть за пояс, да сказать при этом правильные слова, то спина болеть не будет, жатва пройдет легко. Сколько нам понадобится зелени? Всю? Или можно, может быть, и небольшое количество? Как? Все не надо, можно половину. Вот так вот, пучочек, да? Да. Ах, замечательно. Как петрушечка пахнет, обожаю. Обожаю петрушечку. Так, корешки можно, наверное, срезать, да? Вот так, да. И мелко. У нас достаточно зелени, поэтому можно брать самые вкусные. Пассируем лук до золотистой корочки. Добавляем отварные, мелко нарезанные грибы. Хорошо перемешиваем и жарим 15-20 минут. За 5 минут до окончания жарки добавляем отварные, мелко нарубленные яйца. Соль и перец по вкусу. Начинка готова. Так, мы... тесто наше солим по вкусу. Так. Ну что, достаточно вот этой зелени? Я думаю, достаточно. Ой, зелень всегда, по-моему, хорошо. Любая зелень. О, красота. Ну вот, тесто наше уже готово. Ага, замечательно. Тесто готово. И чего не хватает начинки? А вот и наша начиночка.
Ну что, давайте мы с Женей будем лепить, а Степановне мы поручим такую работу очень важную. Вы будете цебрики обволакивать маночки. Замечательно. На вопрос, что такое манка, может ответить далеко не каждый. Оказывается, это всего лишь побочный продукт при производстве пшеничной муки, когда после размола остается порядка 2% мелких осколков зерна. Манка содержит 70% крахмала, много белков, витаминов и минеральных веществ. И так как эта крупа быстро готовится, то все они сохраняются. В старые времена на Руси производилась она в небольших количествах и попадала на стол только аристократам. Простой народ манки не знал, и только в 20 веке она стала общедоступной. Манка превосходно сочетается с другими продуктами – медом и сухофруктами, корицей и ванилью и множеством других. Так. Мы берем тесто. Самый сейчас удивительный момент. Расталкиваем его на ладошке. Так. Затем берем начинку. Я прошу прощения, а когда зелень добавляем, вовнутрь или посыпаем сверху? Посыпаем сверху. Посыпаем сверху. Вот какие нюансы. Запоминайте, дорогие друзья. Заворачиваем. Такие клёцки, как бы цепелина еще есть такое блюдо. Почти похоже, да? Очень много разновидностей этого блюда есть. Оно готовится из сырого картофеля. Но особенность Полоцкого региона – это приготовление цибриков из вареного картофеля. Смотрите, маночка, она вот как красивенько-то вот скрепляет их, да? Да, обволакивает, они не слипаются. Это вот для этого или какой-то еще, может быть, вкус добавляет манка? Конечно же, оно придает очень пикантный вкус. Замечательно. Слушайте, а вот я смотрю, Евгений, профессионал, у него сразу эти колобки как-то красивше получается, Лена. Конечно, Женя, профессионал. Ой, какая я славная хозяюшка. Лена, оказывается, не так просто лепить эти цибрики. Видите, я вас критиковала, а вижу, что это процесс достаточно творческий и непростой. Еще есть какой-то нюанс. Евгений, какой? Подскажите. Чтобы тесто вот и колобок наш лепился. Чтобы тесто не прилипало, руки лучше смачивать водой. Ага, вот. Вот в чем секрет, дорогие друзья. Что мы и делали. Правильно. Ну вот, у нас уже полное блюдо цибриков. Осталось еще немножечко. Так, ух, как красиво. Кажется, сейчас съел бы. Ну что нужно с ними еще сделать, Леночка? Ну, сейчас их нужно обжарить во фритюре. Я думаю, что мы попросим Женю сейчас это сделать. Торжественно передаю вот эту тарелку цибриков. Надеюсь, они не уменьшатся. Они будут еще вкуснее. Так. Эти цибрики мы забрасываем во фритюр. И обжариваем буквально 1.5 минуты. И вынимаем их на бумажную салфетку. Для чего? Для того, чтобы стек лишний жир. Вот, а затем Женя снова принесет нам уже эти готовые цибрики. И мы их обсыпем зеленью. Можно еще со сметаной или же с мочанкой. Мне больше всего нравится со сметанкой. А мне и с мочанкой, и со сметанкой, и как можно больше и больше зелени. Пока готовится наше удивительное блюдо, хотелось бы продолжить наш разговор о зажинках. Первый сноп господарок торжественно устанавливали в начале поля, приговаривая: «Ставлю сноп на 100 коп, на 1000 мерок». После и молотьбу тоже начинали с него же. Собирали с колосьев зерно и обязательно добавляли в отборные семена, что предназначались для будущего посева. Однако и после этого сноп не выбрасывали, и стебли скручивали закрутку, которая потом использовалась для лечения всех болезней. Как замечательно, что все эти традиции дошли до наших дней. А тем временем, я смотрю, наши цибрики готовы. Ой, как выглядит аппетитно! Просто замечательно! Так. Ой, мне вот тут румяненький, вот этот, вот. Так. И поливается, видимо, сверху сметанкой, так? Да, сметанкой и посыпается рубленной зеленью. Ух ты, ух ты. Ну, выглядит действительно аппетитно. Ну, себя не обидите, Евгений. Или вы сметану, что ли, не любите? Сейчас. Ой, красотища. Ой. Очень вкусно. Да, очень вкусно. Удивительное блюдо.
Я думаю, что теперь я тоже буду его готовить своим домашним. Я советую приготовить это блюдо всем вам, дорогие друзья. Вот этот рецепт стародавнего блюда пополнит копилочку рецептов ресторана-пивоварни «Лямус». Как вы думаете? Я думаю, обязательно возьмем в копилку своих рецептов. Елена, спасибо вам огромное. Я думаю, что у вас в запасе еще много интересных стародавних блюд. Рада буду поделиться с вами. Блюдо получилось удивительное, цибрики, и мы приглашаем всех вас в ресторан-пивоварню «Лямус». Старобелорусская кухня в лучших традициях, комфортный отдых, торжества, свадьбы и банкеты в особой атмосфере белорусского народного быта в ресторане-пивоварне «Лямус». Ждем вас по адресу город Витебск, проспект Победы, 1.